Комиссия незамедлительно организовала проверку точки на улице Роз. Выявили незаконную торговлю алкоголем. Сотрудники полиции нашли в подсобном помещении вино. Суррогат изъяли. Предприниматель реализовывал алкогольную продукцию из коробок «Тетрапак» емкостью 10 литров. Названия вин известны и в народе почитаемые. Каберне, Изабелла, Шардоне, Черные глаза, Черный лекарь и Татьянин день. На хозяина торговой точки составили административный протокол. Алкогольную продукцию арестовали.